На своем канале YouTube я решил запустить небольшой опрос. Хотели бы вы увидеть обзор на одежду, сеты самых красивых сборок для мужских, женских, с разбором, с пояснениями и так далее. Вы проголосовали 80% того, чтобы да, мы хотели бы увидеть этот ролик. И вот этот ролик. Всем привет, с вами Готика, с вами Сократ, погнали. Дружище, обрати внимание на ролики, которые уже есть на этом канале. Полные обзоры на все, что есть в Red Dead Online. Профессии, оружие, крафт, новости, моды, да все что угодно. Даже смешные озвучки, все есть на канале Готика. А ролик подготовили участники нашего Discord канала, ссылки в описании. Шира и Total Black. В Red Dead Online были добавлены 3 вида пальто и 2 вида шляп. Все это является временным контентом, который в ближайшие несколько недель уберут из игры на неопределенный срок, так что стоит задуматься о покупке понравившегося экземпляра. Однако эти костюмы ранее добавляли уже в игру, так что если вы не успеете что-то купить, со временем у вас еще появится шанс это сделать. Итак, мы постарались и собрали один самый удачный, по нашему скромному мнению, костюм. И можно приступить к нему самому. Перед тем, как приступить к самому костюму, сразу скажу, что он не предназначен для игроков низкого левела и тех, у кого не особо много денег и голды, так как итоговая стоимость костюма равняется $100 и 20 золотым слиткам. Ценники за каждую вещь будут на ваших экранах по мере поступления шмота. Приступим к самому костюму. Сверху, на голове нашего персонажа, находится маленький цилиндр черного цвета с красной каемкой на нем. Он является единственным цилиндром такого типа. Аксессуарами для глаз я выбрал очки из сезонного абонемента. На шее находится бандана с узором черно-бордового цвета. Накидка для нашего персонажа служила добавленной на этой неделе утреннее пальто черно-красной расцветки. Под ним находится жилет Ричард черного цвета. Для большего антуража и сохранения цветовой гаммы я выбрал блузу Эстер. Перчатки для данного костюма вы можете выбрать сами. На мой взгляд, полные перчатки без промаха от охотника за головами. Спускаясь ниже, мы видим самые черные классические штаны Кабрера, которые заправлены в сапоги Остин черно-красной расцветки. На сапогах надеты шпоры Гарден черного цвета, серым оттенком, так как они являются наиболее подходящими под эти сапоги. Итак, мы разобрали все вещи, которые, по нашему мнению, подходят под этот костюм. Кобуру и оружейный пояс можете выбрать сами, в зависимости от вашего вкуса. Можете надеть, как у нас, кобуру и оружейный пояс Гаррера, который открывается за уровень профессии охотника за головами. Подводя итог, я хочу сказать, что этот костюм отнял у меня около 2 часов реального времени, но он более чем является аутентичным для той эпохи. Продолжая беседу о костюме, хотелось бы рассказать о его принадлежности к РП составляющей игры. Ввиду своей бандитской стилистики, данный костюм может быть использован на любых незаконных активностях и также будет достаточно агрессивно смотреться в качестве костюма вашей банды. Красный подклад пальто очень сочетается с караковой окраской бретонской лошади от роли «Охотник за головами». Однако сюда подойдет абсолютно любая черная лошадь. Ну а на этом у нас все. Не поскупитесь лайком. Ребята очень старались. И если это видео зайдет, сделаем на еженедельной основе модный приговор, где они будут рассказывать и показывать, какие лучше используют сборки по стилистики, может быть, какие-то косплеи на каких-то известных персонажей и много-много другое. Главное, поддержите лайком для того, чтобы мы поняли, что этот видос для вас интересен и он зашел. Количество просмотров не является приоритетом, важно мнение каждого. Пишите комментарии, оставляйте все ссылки в описании, Discord, как всегда, присутствует. А с вами была Готика, с вами был Сократ, Шира, Total Black и многие другие. Пока!